Итак, друзья, ускоренные доставки из Китая. Трек номер один на всех, измененный, но отслеживался. Отслеживался в приложении. Вот в одной посылке, 2 недели назад ровно заказывал, в одной посылке пришли 4 вот таких вот посылочки. Разные. От разных продавцов. Ну, сейчас смотрим, что нам прислали. Так, это у нас прибор для измерения давления. Вот такой вот. Уже не первый раз я покупаю. Предыдущие некоторые подарил, некоторые, так скажем, раздал родственникам. Ну, очень удобно на руку. Вот, кстати, если сейчас... Нет. Вот предыдущий приборчик. Его жена утопила. Вот. Вот такой вот. А это у нас чуть-чуть другой конфигурации. Но в принципе то же самое. Так что пришел он без коробочки. Ну, коробочку от старого возьму. Я думаю, он вот четко туда влез. Правда, не закрывается, но вот. Вот так вот. Вот, отлично вместился. Так что прибор есть. Это что у нас за мелочь? Так. Ага. Это у нас переходники. Значит, купил телефон у MediGear 2. Там другая зарядочка. Вот такая вот зарядка. Вот, показываю. Сейчас резкость наведу. А перед этим был у MediGear C2. Там микро USB зарядочка. Зарядных устройств осталась целая куча. Так что решил купить вот такие вот переходники. Вот. Очень удобно. Вот 2 штучки. Один мне, другой супруге. Так, еще что. Сейчас нащупаем, чтобы не расстричь товар. Вот так удобнее всего открывать. Так, здесь у нас что? А здесь магнитные. Тоже магнитные к новому телефону. 2 штучки. Вот такие вот. Я уже забыл, как они, C2, что ли, называются, или не помню. Так, и купон. Ну, купон и купон. Ладно, разберемся, что это такое. Вот, это наконечники на магнитные зарядные устройства. Сами зарядки у меня есть. А наконечники новые купил. Так, а здесь что? Здесь у нас здесь. А, это ножи для резака. Заказывал я 6 комплектов. Вот они, 6 комплектов пришли. Вот такие вот ножи вставные в резак. Очень удобные. На работе пользуемся все. Так что я с запасом купил. Вот, видите, за 2 недели все пришло. Очень удобно. Так что большое спасибо нашим китайским братьям. Всего доброго. Так, друзья, и чтобы не быть голословным, сразу проверим прибор для измерения давления. Так. Батарейный отсек открывается вот с сдвиганием в эту сторону.
сюда две вот такие вот батареечки мизинчиковые. Вставляем. Он сразу пискнул. Так, ну вот, прибор готов. Так, надеваем на руку. Не очень. Не знаю, на какую, на правую, на левую, но на правую надену. Включаем, чтобы циферки вам видны были. Пошел качать. О, так чувствительно жмет. Расслабляемся, как в инструкции написано, и получаем удовольствие. Ну вот 122 на 84 и 82 пульс. Работает нормально. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.